Добрый день, друзья! Сегодня августовский обзор предложений и цен на опеля. Съемки проводились в городах Кидайняй, Вильнюс и Шауляй. Opel Corsa 2008 года, 1.4 бензин, автомат, пробег 118 тысяч, цена на экспорт 3150. Opel Insignia 2009 года, 2 литра бензин, автомат, полный привод, пробег 184 тысячи, цена на экспорт 5250. Прилагается комплект колес. Opel Astra из Германии, 2006 года, бензин 1.6, механика, пробег 149 тысяч, цена 2790. Opel Astra 2012 года из Германии, дизель 1.7, механика, пробег 155 тысяч, цена 4650. Opel Astra из Германии 2004 года, 1.8 бензин, автомат, цена 2750.
Opel Vectra из Германии. 2004 год. Дизель 1.9. Механика. Пробег 223 тысячи. Цена 1400. Opel Insignia 2011 года. 2 литра дизель, автомат, комбинированный салон. Цена 4950. Opel Astra Sport Tourer из Бельгии. 2011 года. Дизель 1.7. Механика. Цена 4950. Opel Vectra 2006 года, 1.9 дизель, механика, кожа, цена 2900. Opel Astra из Германии. 2006 год. Дизель 1.9. Механика. Пробег 300 тысяч. Цена 2350.
we had something. Tonight I'll be kissing, but I don't really have a case. You don't have to mention, you just like their attention. It's written all over your face. I don't wanna play the quiet type when I'm near you. Reading old messages on my phone every time I see you. Opel Astra из Бельгии, 2003 года, бензин 1.4, механика, цена 1650. Opel Astra из Германии, 2004 года, 1.4 бензин, механика, пробег 203 тысячи, цена 2350. Opel Vectra из Германии, 2005 год, 1.8 бензин, механика, пробег 202 тысячи, цена 2300. Opel Astra 2003 года, дизель 1.7, механика, пробег 114 тысяч, цена 1450.
Opel Astra из Бельгии, 2008 года, 1.7 дизель, механика, пробег 190 тысяч, цена 2550. Opel Astra 2010 года, 1.4 бензин, механика, пробег 182 тысячи, цена 4500. Opel Astra 2007 года, 1.9 дизель, механика, кожа, цена 2950. Opel Astra 2006 года, тоже 1.9 дизель, механика, пробег 188 тысяч, цена 2600. Opel Astra 2013 года, дизель 1.7, механика, пробег 226 тысяч, цена 5800.
Opel Ampera 2013 года, 1.4 бензин-электро, автомат, кожа, пробег 181 тысяча, цена 11 тысяч евро. Интересно, сзади только два пассажирских места. Opel Astra 2006 года, 1.9 дизель, механика, пробег 197 тысяч, цена 2250. Opel Astra тоже 2006 года, 1.9 дизель, механика, комбинированный салон, пробег 165 тысяч, цена 2750. Opel Astra 2003 года, 2 литра дизель, механика, пробег 247 тысяч, цена 1450. Opel Vectra 2005 года, 1.9 дизель, механика, кожа, пробег 215 тысяч, цена 2650. Thank you.
опущено заднее колесо. Как-то не очень продавец смотрит за машиной. Opel Signum 2006 года, дизель 1.9, механика, пробег 235 тысяч, цена 2750. Opel Vectra 2007 года, дизель 1.9, механика, пробег 245 тысяч, цена 2300. Opel Corsa 2011 года, 1.3 дизель, механика, пробег 154 тысячи, цена 3300. Opel Vectra 2006 года, 1.9 дизель, автомат, кожа, пробег 269 тысяч, цена 2600.
Opel Omega стоит тут уже давно. В прошлом обзоре с этой площадки весной я его уже снимал. 2003 года, 2.2 дизель, механика, пробег пишут 171 тысяча, цена 1300. Opel Astra 2005 года, дизель 1.8, автомат, пробег 185 тысяч, цена 3250. Opel Astra из Германии 2010 года, 1.9 дизель, механика, пробег 186 тысяч, цена 3300. Opel Astra 2007 года, также 1.9 дизель, механика, пробег 186 тысяч, похоже, его тут пишут под копирку, цена 2900. Opel Astra 2005 года, 1.7 дизель, механика, пробег 189 тысяч, цена 2250. На этом августовский обзор Opel'ей закончен. Смотрите нас, пишите комментарии. Если интересно, ставьте лайки. Кто не подписался, подписывайтесь. И всего доброго. До следующего обзора.